связи, поток космических волн, замедление, расслабление, цельностью пол, полет сверхчувствительность, новые идеи, владея строками и мерности лелея, переместиться в миры другие веры, что веет прахом праотцов мгновения. Общение, связи, поток космических волн, замедление, расслабление, цельностью пол, полет, сверхчувствительность, новые идеи, владея столками и мерности лелея, переместиться в миры другие веры, что веет с прахом процок мгновения. Никакого страха, осторожней, сила размаха. Эти слова летят, уши их слышат, люди хотят, мысли служат. Древо проходит слои краха, рассыпаясь, горит углями. Мы восстанем из праха, чтобы спеть с вами. Обойдем поворотами, углами, разгоримся сердцами, и пламя зарядит нас благоприятными словами. Пускай ваши головного мозга глубины сквозь защиту, как в чреве вода из-под пыла, нарисуют исконные образы, отражают цветом картины. Обереги символы, узоры, очищайте леса, пространство и само слово. Снова слово и слово, а это слова. Здесь все понятно, если проявляешь понимание. Настоящее познание открывается, как книга, одним мигом, словно стихи, их сила, проводящая стихия. Это качественные чернила, перо влияет на поток, руку ведет ки, словно каток. Остановлюсь, но стук сердца пройдет через вдох. Но стук сердца пройдет через вдох, выдох. Энергия жизни течет по спине, прана, межбровья, красно-желтая точка. На ней рится семена, омно-маршивая. Вокруг одна тишина, там, где темнота настоящая, скверны нет. И только Бог сможет оставить свой свет внутри меня, согрев светом изнутри. Верь, прояви, озари любовью чистую, открой заросли ветвисты. Рассмотри картины, искры черно-белые, красные образы прекрасны на холсте. Кистью и маслом для вас рисуют художники пирамиды маслом. Черные квадраты, круги, коллабораты, врата открыты, но зайти сможет не каждый. Нужно не только капля жажды, нужно семя нравственности, которое прорастет, и каждый в единой модели с мирозданием благо обретет однажды. Общение, связи, поток космических волн, замедление, расслабление, цельностью полн, полет, сверхчувствительность, новые идеи, владея стоками и мерности лелея, переместиться в миры другие веря, что веет прахом праотцов мгновения, что веет прахом праотцов мгновения. Общение, связи, поток космических волн, замедление, расслабление, цельностью полный.